Всем удачной охоты, друзья, с вами Дарт, и мы продолжаем играть в Alien vs Predator. Компания за хищника. Ну же, урод, давай! Пути. Что это было? Держись, я уже иду. Блин, этот идет. Козел. Сюда! Уже там. Очень далеко. Давай, давай, давай. Меня здесь нет. Похоже, звук шел отсюда. Выходи, ублюдок. Держись, я уже иду. Он тебе сказал, выходи, ублюдок. Так, если этот меня спалит, это будет не камильфо. И что у нас тут? Сейчас главное не двигаться, потому что это чел со смартганом. Если я пошевелюсь, он меня определенно спалит. Похоже, звук шел отсюда. Все, остался последний. Надеюсь, что последний. Ну, попёр, брат, ну же, урод, давай! Иду я, иду. Похоже, звук шел отсюда. Так, там еще двое. Теперь понятно, почему, когда я видеть человека сюда пришел в прошлый раз, почему тут никого не было? Какого хрена ты в меня стреляешь? Это чё? Чё, убить их или как? Там на крыше чё-то есть. И там что-то есть. Твою мать! А я думаю, какого хрена тут турель? Вот я дебил. Думаю, это люди меня видят. А это чертова турель.
Сюда! Уже иду. Так, а вы чего оба-то пошли? Вот ублюдки, вдвоем ходят. Что у нас тут? Вижу противника. Новый тип маскировки. Термооптический камуфляж. Он что, невидимый? Он преломляет свет. Я забыл, как применять аптечки. Аптечка Ч. Окей. Не снижаем бдительности. Датчик показывает, что на очень близко. Не снижаем бдительности. Ну же, урод, давай! Ершак, не расслабляйся! А, нет, тут был другой хищник, не я. Я думал, что это я. Подъемник включен. Я попытаюсь.
снижаем бдительности. Вон там! Вон там! В чем дело? Слышали? Похоже, звук шел отсюда. Так, и что мне с вами двумя делать? Я думал, мина сработает, и я второго просто добью. Не люблю, когда со мной играют. Лесал, я разошел. В атаку! Ой. Мутные эти ребята, конечно. Матер, Спорт, спуститесь в лифте и проверьте периметр. Мне нужны отчеты. Мы не должны пускать внутрь грёбаных ксеноморфов. Ничего себе, я прыгнул. Что там было? Я ничего не видел. Отряды Дельта и Эхо нашли улей. Хотят добраться до королевы. Я им не завидую. Мы должны были пойти туда и всыпать этой суке под первое число. Да, они да. Они типа знали, что ты сюда прёс. Прекрати скулить. Ого, они там прям уничтожают их. Сколько же их там? Получай.
Чё, еще кто есть? Нет, ну вот и сидите молча. Да хватит лопаться. Я аж пугаюсь. Я ж тебя видел, вылезай. Не снижаем бдительности. Блин, а как мне вот его слить? Типа они на чеку, поэтому я не могу к ним. Десант, не расслабляемся. Теперь вылезайте. Давай. Войди в гнездо, узнай о судьбе брата охотника. Ты глупые люди позволили ящерам стать гнездо размножаться. Уничтожить всех тварей до единого. Куда мне нужно идти? Все, теперь я знаю, куда надо идти. Так, королева сдохла, да, мы ее убили в лице морпеха. Хотя, по сути, получается, события идут после того, как и морпех тут все устроил, так что все нормально. Так, чужие в стенах начинаются, да? Так, выберите метательный диш, уметнуть его. Так. Ага. Давайте проверим. Что-то фигово как-то сработало. И мне нравится, что не тратится энергия. То есть я сколько угодно могу его кидать.
Так. Показалось, что это этот. Что-то чужой в стене. Ау, бобо. Не заходи в туннель, пока пламя полностью не погаснет. Может быть, придется подождать. Ну и сейчас чужие, естественно, будут лезть. Да, давай. Вылезайте. Так, отставить. Нет. Ага. Получил. Ага-га. Клёвая хрень. Отлично. Ну всё, выкидывай его. Сколько можно ждать-то? Так, что-то они тут бесконечные. Я понял.
А-а-а! Ну, прыгай, дебил! Да идиот! Слушайте, мне это не нравится. Чё-то бесконечно огонь этот горит. О, тихо, тихо. Твою мать! Бежим! Так, наверх я почему-то не могу прыгать. Что нужно сделать-то, ёшкин кошкин? И аптечку я там не могу собрать. Почему? Раздражает. Потушить пожар. Нужно ждать, пока огонь потухнет. Ну что-то я, по-моему, жду слишком долго. Да пошли вы! Что происходит? Почему этот огонь не тухнет, мать его, так? Что нужно сделать, чтобы этот огонь потух? Все, я понял. Я понял, ребята, это была тупость. Все! Господи! Чужие здесь реально бесконечные. Да где? Где? Пошел нафиг. Зачем ты? Опасность. Рекомендуется срочная эвакуация. Так, сюда не пройти. Туда дайте. Фу, слава богу. Мы с вами прошли, я задержался только из-за того, что я не понял, что нужно делать. Я думал, типа, он такой, стой, жди пожара. Я такой, ой, когда потушится, я такой, стою, жду, окей. Убил там
вообще 100 чужих, короче, и такой, что-то пожар-то не тухнет нифига. Да, но все-таки допер. Так, ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канал, ссылка будет в описании. Увидимся в следующем видео и всем пока.